Генеральный консул Испании привез в Петербург награду российского флотоводца. Университету имени адмирала Макарова передали большой белый офицерский крест. Этой наградой Степан Осипович Макаров был удостоен 1 января 1900 года. Орден за морские заслуги адмиралу присудила королева Испании Мария Кристина. Но адмирал погиб во время русско-японской войны, а официальный крест оказался утерян. Спустя 117 лет его точную копию в Санкт-Петербург привез нынешний консул Хуан Антонио Мартинес Катанео. Это самая важная награда, которая принадлежит морскому министерству Испании, и для меня большая честь передавать ее вам. Недавно я еще раз убедился в том, что Испания и Россия очень близкие по духу страны, хотя нас разделяют расстояния. Наши народы похожи тем, что мы умеем жить, стремясь к идеалам и умея приносить жертву. Сотрудники вуза пополняют коллекцию музея адмирала Макарова. Для этого и разыскивают его личные вещи. Испанский крест морских заслуг, о котором мы сегодня говорим, он тоже имеет несколько разновидностей. И мы обратились в испанское посольство с тем, чтобы нам нашли то, какой именно разновидностью был награжден адмирал Макаров. Сейчас сотрудники университета обращаются в различные военные ведомства, чтобы получить копии еще нескольких наград, которых был удостоен Степан Макаров.